И снова с вами я и решила. Давно я не делала винегрет. У Вити спросила, говорю, Витюш, будешь винегрет? Да, буду. Все, вопросов больше не имеем. И поэтому мы сейчас будем с вами крошить винегретик. Сначала я замариную лучок, чтобы он не был горьким. Вот. Что вам хочу сказать? Скучно мне, снова скучно. Хоть я и занимаюсь делами, у меня много дел. Я уже много переделала, еще много переделаю. Но как-то, знаете, никто не ходит, никто не говорит. Может, я себе наливаю эту мысль, что мне скучно. В принципе, если работа есть, уже не скучает человек, правда? Ну, жалко, что Вити нет со мной. Мы созваниваемся. Все там в норме, все хорошо. Собаку накормил. Машины гоняют, работа идет полным делом. Понедельник, начало рабочей недели. Пускай она сложится у вас хорошо, у меня будет все хорошо, я уверена. Пусть и у вас будет все хорошо. Так, чуть-чуть присолим его. И граммулечку сахара буквально я отойду на 2 минуты. Вот так, прям щепоточку. Уксус я не добавляю, потому что это все-таки у меня этот самый салатик, винегретик. Думаю, уксус тут, ну, вообще ни к чему. Он и так себя оправдает. Соль и сахар делают свое. И начинаем крошить. Я с утра уже все отварила. Витя просил крупно, ребят, так что не обессудьте. Витя вот как из армии он запомнил крупно резанные овощи, так и меня просит постоянно, что, Лен, делай покрупнее, чтобы он не был, ну, такой. Короче, как в армии. Я стараюсь. Желание Вити исполнится. Так, там грузится первое видео. По-моему, там не пошло описание рецепта. Я сейчас закину, ну, в смысле, когда оно полностью будет на проверке. Оно еще стоит на проверке. Сейчас закончится проверка. Я попытаюсь написать вам. Что-то я не успела, как всегда. Отправила название, а рецепт... Ну, сейчас допишу карандашиком там. После проверки видео. Мы привезли 2 мешка вчера арбузов. Я использовала только мешок. То есть 7 арбузов. Ну ничего, будем, значит, кушать. Потому что там еще в поле лежат арбузы, которые надо убирать. Но это все будет во вторник. Витюшка с работы придет. Опять планирую, видите? Только сказала, не буду планировать, но как-то оно само собой так получается. Планы. Шкурочки кусочек остался. Планы. Ничего, будем надеяться, что все будет нормально. Опять-таки по погоде глядя. Там погода меняется. Дождики обещают. Посмотрим. Картошечка пошла. Морковку выбрала самую мелкую. Крупная останется на супы, на борщи, на тушение. А мелкую я в винегретик. Отварная она чистится хорошо. Главное не переварить морковь. Что я и постаралась сделать. Не переварена. Она такая прям плотненькая. Овощи. Какое хорошее время. Правда, ребят, для сейчас вообще великолепно. На базар пойдешь уже, что хочешь, на любой кошелек, на любой вкус. Просто прелесть. Нам осталось еще лечо закрыть. Будем уже выходных ждать. А может быть и на неделю сможем купить. Утро на утром приезжают оптовики и сдают нашим
людям, которые торгуют на рынке, сдают товар. И можно его взять подешевле. Но там опт. То есть нужно брать сетку. Ну, может быть, с Юлей скооперируемся и возьмем сетку перца пополам. Потому что Юля, по-моему, уже закрывала лечо, я еще нет. Все это пока в планах. Молчу, молчу. Комментариев по городу вообще было мало. Ну, что такое? Может, люди мало смотрели, может, не так интересен влог. Посмотрим. Главное не комментарии, главное то, что вы есть и я есть. А остальное все будет хорошо. Не темно там, нет? Вроде я убрала просто свет немножечко в камере, чтобы не просвечивало солнышко. А то когда солнце засвечивает, тоже плохо видно. Свекла у нас очень хороший урожай свеклы. У Юли немного меньше, у нас прям... Я свеклу люблю. Ну вот если брать, есть такая, как ее называют, рябенька. Такая в полосочку. Ну как-то я к ней отношусь более... Ну она там борщевая. Но я все равно люблю в борщ добавлять вот такую свеколку. Сочную, сладкую, темную. Цилиндрическую или такую. Но это опять-таки сколько областей, столько и борщей. Помните, да? Сколько людей, столько и вкусов. Кто-то любит так, кто-то любит эдак. Витя просил крупно, не обращайте внимания. Я тоже понимаю, что это крупно. Я вырезала мельче, но просьба есть просьба. Были заквашены давно, я достала и режу их. Помните, я мариновала, вернее, квасила кусочками, потому что они были такие то горбатенькие, то какие-то куценькие, разные такие мы уже, скажем так, остаточные огурчики с дачи собрали. А они уже и пузатенькие, и там всякие. Чтобы не выкинуть, мы их заквасили. Квашеные помидоры тоже стоят, но я еще не пробовала их в холодильнике. Может, сегодня попробую. Мы решили заквасить капусту, ребята, поквасить. Витя хочет. Я, например, конечно, бы еще потерпела. Мне так оно вроде как рановато, но... Хочется, значит, хочется. Завтра, может, Витя придет, мы займемся этим делом. Брусочками прямо резанные. Так удобно резать. Винегрет, вы знаете, да, он раньше ведь всегда присутствовал, он на наших новогодних, всяких там праздничных столах, потом он чего-то ушел куда-то в никуда. Но в принципе,
вот так вот если разобраться, то он очень полезный, я считаю. Ну что, тут одни овощи и подсолнечное масло, правда? Полезный салатик. А мы его стали делать реже. Так, в охотку. А на празднике он уже как-то не практикуется, правда? Надо возобновлять старые рецепты. Степа спит в такой интересной позе. Боже мой, если бы вы видели. Но опять-таки я, наверное, не успею уже с камерой подойти. Так он уже вывернулся. Ну просто. Вот любит такие несуразные позы. Все, огурчики тоже перерезали. Осталось зелень, ну что, горох я не добавляю, что-то вот не хочется мне гороха. Есть консервированный горошек, все, но почему-то я как-то не хочу. У меня зелень заранее перемыта и стоит в баночке в холодильнике, чтобы не подвяло. Укропа нет, есть только замороженный, петрушечка пойдет. Готов. Прелесть. Дешево, быстро и сердито. А главное, полезно. Так. Солим аккуратно, потому что огурчик соленый. Лучше досолить потом. И перчика немножечко добавлю. Где наш лучок? Лучок, вот он. Сок отжать. Вон сколько натекло. Как говорят, он в народе уписался. Все. Мы тут делаем маленький ремонт, не обращайте внимания. Там немножечко будет все переделываться. Витя вчера тут масло тоже немножечко, совсем немножечко, так буквально раздобрить, потому что свекла сочная, морковь сочная. Какие цвета, да? Прямо прелесть. Все яркое, все красивое. Салат готов. Подтягивайтесь к нам на салат. Я вчера Сергея приглашала. Говорю, завтра у нас винегрет, подъезжай. Он говорит, ага. Все, пускай себе пропитывается. А мы подготовим стол к другому, к другому видео. Красота? Красота. Сейчас я выключусь, подготовлюсь к другому видео. Секреты.